Мрієте опинитись в казці або шукаєте натхнення? На допомогу прийде квітковий кутюр'є Лора Шен. Його багатий досвід у фешн-середовищі, постійний креатив і професійний підхід завжди дають свої плоди. Вже не перший сезон Ukrainian Fashion Week працюють пліч-опліч з Лора Шен. По-перше, бренд теж називається «Цвіточний кутюр'є». І ми всі кутюр'є, і все взаємосв'язано. В фешн-індустрії модні, сливові або олівкові тона. Люди також хочуть і вибирають такі ж цвіта в букети. Мы также, как и мода, занимаемся декоративно-прикладным видом искусства. То есть человеку должно это нравиться. Поэтому мы считаем, что мы тут органично вписываемся. Мода та флористика в одному флаконі – концепт, який представили Лора Шен на тижні моди, скоріш схожий на казковий ліс. Соковиті гранати, червоний, який переносить в літо. І тут плавно переходиш у білу засніжену зиму разом з кумедними песиками. Справжнє мистецтво. Звісно, привлекає увагу і не перший раз сталкиваюся зі стендами, інсталяціями Лора Шен. Всегда дуже креативно, дуже ярко, хочеться зайти внутрь, посмотреть всі деталі. І саме головне, що стенди погружают в такое ощущение, как будто ты в сказке. Хочется подойти, каждый элемент потрогать, рассмотреть, обязательно сфотографироваться. И такое погружение в атмосферу праздника, волшебства, чего-то такого неимоверного. Поэтому очень креативно, очень интересно, очень красиво, очень привлекает внимание. Пожалуй, самый яркий стенд здесь на Fashion Week. Мне очень нравится дизайн, такое прикольное все. Очень красивый интерьер, дизайн и красивый, короче, стиль. Живу вообще в Санкт-Петербурге, а приехала сейчас я из Одессы. Мне очень интересно, я первый раз на Fashion Week, мне очень здесь интересно. Я только-только 5 минут назад как пришла, первое, что я увидела, это ваш стенд. Мне он очень понравился. У меня сразу вызвало такое вот новогоднее настроение, потому что белые деревья, ветки, очень красиво оформлено, цветы. Это все очень празднично и очень красиво. Прекрасные букеты. Замечательные композиции. Я думаю, что у вас работают высококвалифицированные профессионалы. Лора Шен – лідер флористичних послуг в Україні. Професіонали-флористи оформляють різноманітні заходи, озеленяють інтер'єри та екстер'єри. Але найбільше радують помірні ціни та якість. На Ukrainian Fashion Week сфотографуватись було обов'язковою умовою. А ще дізнатись про модні тенденції наступного року і подарувати улюбленому дизайнеру незвичні квіти. На протяжении 2 лет уже мы, будем говорить, пользуемся, часто покупаем. Очень хорошие флористы работают. Сегодня я иду к своей подружке Виктории, кстати, пользуясь случаем, сразу ее хочу поздравить. Это замечательная девушка, очень оригинальная. И мне показалось, что вот этот вот оригинальный, я даже не могу, это, естественно, это не цветок, это такой вот, это райские яблоки. Я думаю, что это будет совершенно потрясающий подарок, и она это оценит. Але найголовніша подія на шанувальників краси чекає з 7 по 12 листопада на Christmas Emotions 2014. Вот сейчас как раз нам дали пригласительный, поэтому я думаю, что с удовольствием пойдем в этом году. Как раз мысли вот именно, что, ну, помимо того, что набраться идей каких-то интересных, потому что все-таки у нас у всех, у людей нетворческих, примитивные относительно идеи. Ну, у меня, например, я за себя, если говорю, то набраться немного идей, и как раз вот я так понимаю, что можно и заодно и приобрести какие-то именно то, что тебе поможет воплотить эти идеи в жизнь. Цього разу Christmas Emotions здивує ще більшою кількістю креативних новорічних концепцій. У музеї «Духовні скарби України» на вулиці Десятинній, 12. Лора Шен також підготувала оригінальні рішення оформлення готелів, ресторанів і офісів. Во-первых, он грандиозный по своему масштабу. То есть, действительно, это будет большая городская выставка.
И мы сделали от себя в два раза больше концептов. Мы пригласили в три раза больше партнеров и участников, которые смогут усилить рождественские эмоции и помочь нашим гостям сориентироваться, вдохновиться, вот подумать о том, какой они хотят встретить, как они хотят встретить Новый год, что они хотят подарить. У нас очень смелые концепты в этом году. Мы не открываем все названия всех 40, чтобы сохранить интригу. Но вот могу сказать, у нас будет концепт в стиле Мюнхгаузен. Молекулярная елка, царская охота, парфюмер, лебединый замок сказочного короля. Концепты будут разные, интересные. Я думаю, что наши гости порадуются и почерпнут себе какие-то идеи. Найкраща можливість насолодитись флористичним мистецтвом та відчути подих новорічних свят та Різдва. Взяти кілька ідей на озброєння, придбати іграшки, відвідати майстер-класи. Тож, до зустрічі на Christmas Emotions!